Пьер Браунбергер представляет. Мы с вами в лаборатории Национального исследовательского института. Все эти люди — выпускники самых известных в области химии институтов. Опыты, проводящиеся здесь, длятся подчас месяцами, но всегда заканчиваются успешно. Опыт — это ключ к новым знаниям. Химия, так же, как и другие науки, есть терпение, где каждый должен уметь держать удар, несмотря на многочисленные попытки и разного рода неудачи. Вы будете, конечно, удивлены, увидев среди этих мужчин женщину. Но ее коллеги скажут вам, что она одна из самых одаренных исследователей. Черт! Лаборатория ужаса. В ролях Марианна Дивитимо и Мишель Суш. Автор сценария и режиссер Патрис Леконт. Оператор Жан Ганне. Химические и биохимические реакции, показанные в данном фильме, не являлись нашей основной задачей, а Пьер Бодри только что сыграл нам на ливанской флейте. Черт, какой идиот! А это вы, Антуан, что на вас нашло? Вы меня так напугали. Послушайте, как бьется сердце. Знаете, мадемуазель Клара, мне просто захотелось сыграть вам. Я не хотел вас напугать. Однако вам это удалось. К тому же загубили мой опыт. Это ливанская флейта. Иногда у нее получаются очень мелодичные звуки. А я была практически у цели. Видите, надо дуть сюда. А через эти дырочки можно извлечь практически любую ноту. Я не говорю уже о колбе. Мой друг много путешествует. Он-то и одолжил мне ее на время. Хотя в музыке он совершенно не разбирается. Ладно, мне пора. Уже слишком поздно начинать все заново. До свидания, Антуан, до завтра. До свидания, мадемуазель Клара. Вы работаете завтра вечером тоже? Да-да, конечно. На следующий день. Пока, красавица. Похоже, это очень сложно, то, чем вы занимаетесь. Я бы хотел понять, вы не могли бы мне объяснить? Это действительно достаточно сложно. Я пытаюсь получить отложение оксида серебра из хлората свинца. Это процесс долгий, хотя дело только в пропорции. Я должна быть очень осторожна, чтобы реакция не зашла слишком далеко. Я бы далеко не заходил.
Осторожно, быстро промойте руку. Можно получить сильнейший ожог. Нет, пустяки, всего лишь серная кислота. Мне так жаль, что мне сделать, чтобы... Говорю вам, не стоит беспокоиться. Со мной и не такое случалось. Продолжу завтра. До свидания, мадемуазель Клара. До свидания, Антуан. На следующий день. В чем дело? Ничего. Ничего, я просто разбил колбу. Колбу с чем? Ничего страшного. С антраниловой кислотой. Я вытру, мадемуазель Клара, я вытру. Только очень аккуратно, она крайне едкая. Как ваш опыт сегодня? Что-то не очень. Но что вы делаете с ртутью? Она бешеных денег стоит. Поставьте на место. Черт! Черт, черт, как всегда. Что еще случилось? Я все разбил. Мадемуазель Клара, я люблю вас. Любовь не подчиняется законам. Чем сильнее гасишь пламя любви, тем сильнее оно разгорается. Любовь прорастает в сердце. Так не всю же ночь торчать здесь над этой ртутью. Оставьте, тем хуже, Антуан. До свидания. До завтра. До свидания, мадемуазель Клара. На следующий день. Вы, наверное, голодны? Я приготовил поесть. Да-да, минутку. Кажется, я наконец-то получила мой осадок оксида серебра. Еще секундочку. Не торопись. Еда может подождать, это холодная курица. Есть. Получилось. Браво! А теперь отпразднуем. Сюда. Но вы ничего не едите. Смотреть, как едите вы. Вот моя обязанность. Черт! Я идиот. Сделайте же что-нибудь срочно. Это же тритронитрат карбида. Это мой браслет, мне плевать на него. Уже ничего не исправишь. Но ваша рука, господи, сделайте что-нибудь. Это браслет, ну его к черту. Послушайте, Антуан, я ухожу домой. До свидания, до завтра. Но вы ничего не съели. Я не очень голодна. Я могу вас проводить?
До свидания, Антуан. До свидания, мадемуазель Клара. Мадемуазель Клара, вы забыли... Конец. Фильм снят для Плеяд.